В этом видео вы увидите запрещенный магнитный генератор. Раскрываем последнюю тайну генератора Муаммара Йылдызы, турецкого генератора свободной энергии на магнитах. Дело в том, что я нашел патент, и это просто поразило меня, друзья, то, что я увидел внутри. Полное описание с картинками, как построить магнитный генератор, который будет крутиться вечно, если не поломается от механических повреждений. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэл. Добро пожаловать на канал Запрещенной Науки. Сегодня в этом видео вы увидите запрещенный БТГ-генератор, который сделан в Турции. Наконец-то мы полностью раскрываем секреты. Друзья, забавно, но роясь на просторах интернета, я нашел патент с полным описанием, как построить магнитный двигатель. Ну, если я понял неправильно, то вы сами все прочитаете. Обязательно распространяйте это видео. Ссылка на патент и второй патент тоже будет в описании. Скачивайте, переводите и стройте магнитные двигатели. Поскольку общественность и власть всегда пыталась запрещать подобные технологии, потому что они не нужны, данные технологии всегда пытаются запрещать, и это не просто так. Друзья, поймите, что если государство выкачивает и зарабатывает на этом, то никакие магнитные двигатели государству будут просто не нужны. Так что не пишите, почему запрещенный генератор, просто читайте, смотрите и поехали. За моей спиной как раз таки находится открытый патент, где указано с картинками, как располагать магнит и каким образом все это дело работает. Дальше, ребята, я вставлю вам картинки, как я просматриваю сам патент и где с картиночками разложено постепенно с инструкциями, как все это дело можно построить. Самое, что интересное, на что я всегда обращаю внимание, это то, как оно располагается. Вы заметили, что все магнитные двигатели, что ручная дрочилка, что подобные магнитные генераторы, они все сделаны по принципу магнитной елочки. И я думаю, что это не просто так. Так что переводите патент, читайте и будем смотреть и делать. Ну что, друзья, а вот у нас и патент. 2009 год, смотрим внимательно. Магнитный генератор. Для тех, кто не знает английский язык, обязательно переводите PDF-файл, потому что здесь достаточно много листов, где-то 72 или даже больше. То есть, представляете, 73 листа с описанием того, как устроен магнитный двигатель, а также как его собрать. Ну, точнее, как он вообще работает. Собрать-то вы сможете, если сможете понять, как оно действительно функционирует. Так, вот здесь вот получается 2008 год. Дальше все мотаем. Это как раз таки к описанию фигур пишется. То есть, что у нас расположено на картинках. И сейчас, ребята, у нас пойдут картинки, где самое интересное, где наглядно будет объясняться, как все это дело будет работать. А я тем временем полностью проматываю патент, чтобы вы все смогли посмотреть, если вдруг не сможете скачать. Вот у нас уже пошло какое-то интересное описание. Как я понял, здесь, ребята, магниты не совсем простые, а что-то типа подковообразного магнита, который использует интересным образом полюса. В общем, для этих целей лучше как следует проштудировать все через переводчик, прямо слово в слово, картинка в картинку. И сейчас мы будем подходить уже к тому моменту, где у нас появляются картинки и первые иллюстрации. Как работает магнитный двигатель и каким принципом он руководствуется. Заметьте, тут очень много картинок будет, здесь написано, под каким углом, как нужно все это дело располагать, и ни в одном другом патенте вы такого подобного не увидите. Я его нашел случайно на просторах интернета, причем патент официальный, вы можете его скачать на официальном сайте. Вот видите, заметили то, что спирали видно, почему-то идут магниты, клина видно и тому подобное. То есть ничего вам это не напоминает? Магнитная елочка. Подсказка. Вот смотрите, опять-таки идет вот такой вот спиралькой.
под определенными углами, видимо, магниты, все это дело как раз объясняется. Видите, тут написано, какой угол, куда, зачем, как оно, чтобы все это дело работало. Тут еще некоторые пояснения. Это все нужно читать и вместе с номерами сравнивать, да, чтобы было наглядно понятно. Ротор, статор, как сделаны и так далее. Расположение магнитов. Вот они, смотрите. Причем все прям до последней капли рассказывается, как все это дело построить. Видите, как наклонены магниты, какими полюсами. Вот заметьте, вот здесь вот ничего не напоминает мотор Перендеева магнитный. Вот, кстати, очень похоже. Если несколько моторов очень похожи и работают, скорее всего, технология одна. Вот здесь показана картинка, как располагаются магнитные поля. Почему-то их на самом деле много. А NS, NS, SN. И заметьте, что они как бы замыкаются, получается, в круг. И магниты сделаны клиновидно. Это тоже самое важное. И заметьте, что получается, что несколько рядов магнитов то же самое, как у Серла было. То есть тут очень много интересных тайн, друзья. Возможно, все БТГ-генераторы на магнитах, еще на чем-то, опять-таки сводятся к тому, что они работают на одном и том же эффекте. Вот, смотрите, клиновидные магниты. То есть вы когда-нибудь видели клиновидные магниты? Использовали их? Нет. Так что вот такой, друзья, патент. Ссылку обязательно оставлю в описании. И еще что самое немаловажное, то, что подобные генераторы я уже встречал. Магмов генератор тоже основан на похожем принципе, где спиралевидно идет магниты. То есть тут очень похожие технологии. Единственное, осталось, ребята, все это дело попробовать сделать в маленькой модельке и проверить, работает или нет. Ну что, друзья, на этом все. Вот такое вот интересное видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, распространяйте, потому что такие технологии должны знать как можно больше народу. Все, на этом все. Пока-пока.